Народный ансамбль русской песни «Лель» Ольского городского округа Магаданской области вышел на третье место всероссийского этапа 4-го конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Эта награда свидетельство высокого признания заслуг наших земляков серебряного возраста в сфере музыкального и исполнительского искусства. Особую значимость этой награде придает тот факт, что Магаданская область впервые принимает участие во всероссийских состязаниях этого конкурса. А помимо своего родного региона, ансамбль «Лель» представляет весь наш Дальневосточный федеральный округ. Участники поединков хоров признаются, что пение для них – дополнительный стимул не стареть. Они действительно живут песней. Дождь, снег, аврал на работе – не повод пропустить репетицию. Готовясь к финалу, участники хора «Лель» репетировали чуть ли не ежедневно. Наши вокалисты, несмотря на 7-часовой перелет и разницу во времени, сразу по прилету в Москву отправились на спевку. Им предстояло выступить на сцене московского концертного зала «Измайловский» и обойти 14 хоров и ансамблей. Коллективы-участники очень разные, каждый по-своему уникален. Творческий опыт у хоров тоже очень разный. Некоторые коллективы существуют всего пару лет, а какие-то готовятся отметить полувековой юбилей. Но прежде чем отправиться в Москву, ансамблю «Лель» предстояло победить в региональном этапе вокального состязания, который прошел в Магадане 28 сентября. До этого смотры, конкурсы, творческие коллективы проходили в городских округах Магаданской области. В итоге на региональный концерт были отобраны 6 коллективов из Магадана, Иольского, Тенькинского, Хасынского, Ягненского городских округов. Организатором такого масштабного проекта, связанного с активным долголетием, выступило региональное отделение Союза пенсионеров России. Победителем регионального этапа был признан ансамбль «Лель», а главным призом стала поездка в Москву для участия во всероссийском конкурсе вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». За наш коллектив болела без преувеличения вся Колыма. Итоги поединков подвели, когда в Магадане была глубокая ночь. Зато с самого раннего утра прокатилась радостная новость. Победили! Третьи! Конечно, в Союзе пенсионеров сразу возникла идея провести гала-концерт в честь наших земляков. Это событие станет не только большим подарком народному ансамблю русской песни «Лель», но и поставит финальную точку конкурсу вокально-хоровых коллективов пенсионеров Магаданской области «Поединки хоров», реализованному на грант Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Сегодня ансамбль русской песни «Лель» представляет вашему вниманию концерт, в котором принимают участие ведущие творческие коллективы региона. На этом выступлении прозвучат любимые песни многих поколений колымчан и современные произведения, популярные песни советских и российских композиторов и поэтов. И, конечно, Колыма услышит те песни, которые принесли нашим землякам победу в Москве. В Магадане звучит финальный аккорд поединков хоров.